сегодня хочет наверняка уехать из областной столицы. Не удалась первая атака «Динамовок» и подбор за Ворожцовой. Вот уже Бритни Джонс вчит кольцу. И, пожалуйста, есть два очка. Чувак атакует. Мяч не идет в корзину у Турции. И бегут желто-синие в атаку. Джонс бросает на Кэна. И снова Эмма одна. Кэна хорошо выигрывает борьбу. В атаке Джонс. Не идут броски сейчас у турчанок, что на руку, конечно, да. Голожанка, но вот... Радача и... Неточный пас, но Джонс захватывает. Ворожцова, Тарасова может и сама попробовать три очка забросить. Нет, не решается, здесь вовремя блокировали Джонс. Ворожцова, три очка! Джонс вернулась после чемпионата Никарагуа немножечко не готова психологически вновь вернуться в чемпионат более высокого хорошо уровня. Хорошо защищаются девочки. Ну, вроде бы разыгралась. И хорошая отлично, атака, чувак. Атаковала. Так побольше бы таких передач. И победа будет за нами. Идем от чувака-то в атаку. Он показывает Биджи, какую комбинацию сейчас они будут разыгрывать. Сама решила бросить и три очка Бритни. Можно найти передачу, но Тамара сама с мячом. Они вообще легионерки сейчас мяч контролируют, между собой перепасовываются и... Вот видно, что... Радачай. Заранее, в том поединке пока дают право турчанкам на овертайм. Хотелось бы, конечно, вологодским болельщикам, чтобы этого не произошло. И... Но надеемся, что работа над ошибками была сделана. И вот сейчас хорошая защита. Да. И вот теперь главное... завершить атаку. Хорошо. Смотреть на статистику, Марии Филончик, ну, поставили только фол, все, то есть, и так... Алина Замараева, три очка! Хорошо шла первая четверть. Подожди, банда! Бритни! Радачай. Ой, чуть не потеряли. Ой, 5 секунд есть еще на атаку чувака, то Джон сама идет в проход. Есть! Точно! И четвертая четверть впереди, поэтому давай без таких прогнозов выиграет, не выиграет, будем верить в команду. Никита Леонидович, главный вопрос, который я бы задал Никите Леонидовичу. Следует и там дальше Лена Ворожцова. Тут же динамовки замечают, что там Лена одна. Хороший наброс на Кэнон. Точно. На мой взгляд, сейчас, наверное, это Мария Филончик, возможно. Нет, это Саша Тарасова. Саша молодец, да. Две комбинации забыл совсем. И еще раз...